Акция на рост цен. Ну, цены растут, это вполне оправданно. Мы куда деваться, так сказать. Сгорит телевизор или холодильник, что будете делать? Придется покупать. А, ну, в кредит брать придется. От доллара. Зачем нам доллар это? Он ничем не закрепленная валюта. Такое вот, американская какая-то бумажка, блин. У нас рубль, я считаю, даже лучше доллара намного. Приходится ли вам сейчас на чем-то экономить? Как всем. На чем в первую очередь? Ну как? На морковке, на капусте, на масла влетели, на запчасти, на бензин, на все такое. Как нам найти выход из сложившейся ситуации? Терпеть, бороться. А вы хотели бы жить как в Северной Корее, без интернета? Я и так живу без интернета, у меня нету его. Ну, я не знаю, как они там живут, люди. Интернета нет, штаны казенные. Раз в два года. Да ну, этого не может быть. Там нормально люди живут, как и мы.